Всем здорово, с вами Фрост, добро пожаловать на мой канал. Надеюсь, еще и на YouTube канал. Я решил, что сегодня мы с вами ворвемся в мировые рекорды и будем их жестко побивать. Есть нет, небольшой списочек, по которому мы сейчас пройдемся и раскатаем мировые. Это все мировые рекорды. Мировые рекорды Гиннесса. Короче, ребятки, первый рекорд в моем списке – это очень популярное отжимание за 30 секунд наибольшее количество раз. У нас вот есть ролик молодого человека, который занимается перебиванием рекордов. И здесь прям такое очень жесткое противостояние нам показывается, потому что молодой человек поставил рекорд 47, его потом перебил другой молодой человек, сделал 49. Потом наш Игорь Войтенко сделал 50, потом его перебили, сделали 51 и сразу же 53 в одном ролике. Игорь опять жестко взорвался, мод медведя подрубил и опять перебил ее, не написано сколько он сделал, но видимо больше. И у него отобрали рекорд. Игорь сделал у нас 52 и у него сейчас отдерут рекорд в этом ролике. Это последний результат, который я смог найти в интернете. Самый серьезный результат, который у нас сейчас имеется на данный момент, 52 раза за 30 секунд отжаться. У Игоря отобрали. Плюс Игорь еще и сам увез рекорд в Америку. Я требую вернуть рекорд обратно в Россию-матушку. Сейчас я этим займусь. Рекорды перебиваются со скоростью света. Вот пока я здесь записывал, 2 месяца назад вышел еще один ролик у этого же канала, просто он не такой популярный, где молодой человек пытается перебить рекорд сомнительного качества. Там человек технику не показывает, он снимает себя сверху, он сделал якобы 65, но я такую технику вообще не засчитываю абсолютно. 62 раза за 30 секунд, вы понимаете, это по 2 отжимания в секунду, даже больше нужно и быстрее, чем 2 раза в секунду отжиматься. Но этот молодой человек дальше сделает сколько он, 58, тоже неплохой результат. Охренеть просто, как нам забрать этот результат? Надо в идеале перебить 65, чтобы вопросов не возникало никаких, но я эти 65 не засчитываю, 62 и так что-то до хрена. Все, короче, я посрал, бумажку взял, 30 секунд. Кто будет засекать? Так, секундант и присутствует. Секундант присутствует. Здравствуйте. Рекорд 62 раза? 62 раза. Какой-то огромный рекорд за 60 секунд. 30 секунд, сколько? 30 секунд. Чего так много-то? Это как, с какой скоростью надо отжиматься? Вот, ставь лайк, если ты вообще столько не отжимаешься. Ты за подход. И 30 секунд, 62 раза. Так, я должен касаться обязательно бумаги. Иначе фиксация не происходит. Но я думаю, это не проблема, это даже облегчение. Это даже высоко. Так, сейчас я прицелюсь, примерюсь. Давай. Так сказать. На старт. Опа, я вот нажимаю так. Кнопку. Опа. Давай, я готов. 3, 2, 1, старт. Ой, вопросики. Не знаю, я не считал. Я даже не пытался. Мы насчитали нашей счетной комиссии. Со второго раза мы смогли насчитать 66 раз. Но вы должны были на монтаже все это дело увидеть. 66 раз новый рекорд. Хорошее число, мне нравится. Мы забрали это. Порвали этот рекорд. Он теперь за нами. Теперь ждем ответочку. Короче, скидывайте Игорьку, что я вернул его рекорд в Россию, пускай приезжает и забирает у меня его обратно, если сможет, конечно. Вот, и этому, как турникмена зовут? Пирожному, Брауни. Вот, ему тоже скидывайте, сказать, что его рекорд уехал в Россию, пускай заберет, если сможет. 66 раз. Того челика с неправильной техникой тоже размотали. У него было 65, у меня 66, все, я забрал. Опа. Вадим мне тут говорит, что я ж геймер, да? У меня даже игровой канал есть. И я просто не могу вам не рассказать про один очень интересный мировой рекорд в этой сфере. Как вот вы думаете, сколько игроков одновременно может находиться на одном сервере онлайн-шутера? В 2013 году
Warface установил мировой рекорд, собрав 145 тысяч 12 человек на одном сервере Альфа. И это неудивительно, ведь Warface надежный, проверенный временем бесплатный шутер, который вы можете скачать себе на компьютер без каких-либо ограничений в игровом центре Store My Games. Warface — огромный выбор PvP и PvE на любой вкус. Любители PvP могут играть в 10 режимах и участвовать в соревнованиях и рейтинговых матчах, а PvE-миссии можно проходить как в одиночку, так и с друзьями. А для этого в игре предусмотрят огромное количество карт в самых разных сеттингах, а в свежем обновлении в игру добавили две новые карты для режима «Командный бой» — «Порт» и «Автострада». А для закаленных игроков в боях сейчас идет регистрация на турнир ВК Пэйкап с суммарным призовым фондом аж 17 миллионов рублей. И участвовать в нем могут все желающие. Команда регистрируется до 10 мая, соло вплоть до 30 мая. А финал пройдет в Москве с 17 по 19 июня. Я советую тебе поторопиться. Также в игре продолжается ивент «Большая охота», в котором вас ждет новый режим «Арсенал», более известный любителям шутеров как Гангейм. Новая PvE-миссия в горном сеттинге, где игрокам нужно добраться до данных со сверхсекретной базы. Ну и, конечно, крутые призы за участие в ивенте. Опробуй новинки и присоединяйся к надежному шутеру по ссылочке в описании. Алло! Алло! Нормально, скажите! Какой рекорд? Собака громко гавкает? Кажется, я знаю, кто может побить этот рекорд. У нас есть рекорд в книге рекордов Гиннесса, само собой, который говорит, что пес по кличке Чарли, лай которого считается самым громким в мире, кажется невероятным, но золотистый ретривер способен гавкать с громкостью 113 дБ. Интересно, по статистике, звуки выше 110 дБ вызывают у людей болевые ощущения. Снежок умеет сделать больно своим гав. Мне кажется, рекорд будет побит прямо сейчас же. Товарищ Снежок, проследуйте со мной. Товарищ Снежок, для прохождения теста рекорда Гиннесса прибыл. Иди сюда, собаки. Самоеды и так очень лаючие. В принципе, вот по породе все самоеды очень лаючие товарищи, потому что они могут гавкать. До суток они могут 24 часа не прекращаясь. Есть информация, что вот не особо официально, что вот какие-то собаки, очень похожи на самоедов, были пастушьими представителями. Они находили оленей, которые отбились от стаи, и могли гавкать несколько суток, пока хозяин не услышит и не придет и не заберет собак вместе с оленем. Но вообще самоеды очень официальные. Собака это и няня, и ездовые собаки, и пастухи, и просто плюшевые медведи. Посмотрите на это медведок, вот это медведок, да? Медведок. Сейчас мы будем тебя записывать, мы тебя сейчас будем. Опа. Снежок, ты готов гавкать? Но я вчера предварительные замеры провел, и шансов у собаки нету от слова совсем перегавкать Снежка. Потому что Снежок это особенный самоед. Как бы он в любом случае особенный самоед. Но он иногда настолько громко гавкает, настолько усердно, что по ушам прям аж больно дает. То есть он обычно гавкает, и когда у него прям вообще шило в заднице, и ты не обращаешь внимания, прям, знаешь, Прям вкладывается в каждый свой гав. Сейчас мы его отпустим и нормально заметим. Просто без каких-то либо стараний. Голос. Без особых стараний 121 он выдает. Просто. У нас шарик не так громко лопал. Но я применю секретное оружие. Я сейчас принесу вкусняшку. Сядь. Голос. Голос. Хочешь вкусняшку? Вкусняшку хочешь? Голос. Голос. А ну сядь. Голос. 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 Ну-ка сядь. Голос. 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 125! Ты смеешься. Держи. 125! Снежок,
Ты понимаешь, как страдают мои уши? 125! Ребятки, фиксируем самого громкого пса. 125. Я уверен, что он может выдать и больше, потому что это было громко. Но вот по ощущениям, как истребитель иногда по ушам ездит просто. Надо замерить свой слух, и, возможно, я окажусь самым глухим владельцем самоеда. Какая-то ошибка, по-моему, написана. Написано «прыжок в трусы». Следующий рекорд звучит... максимальное количество прыжков в трусы за 30 секунд. Здесь один молодой инфозантный итальянец запрыгивает, короче, в огромные какие-то стринги XXXL за 30 секунд и сделал 13 трусов прыгнул. Я не знаю, может, он стриптизером работал, ему нужно быстро перед выступлением переодеваться, а мелочь как бы вытрясать не до этого. Он просто с такой скоростью запрыгивает в труханы, я не знаю, я бы в одни попал бы. Но я попробую побить этот рекорд. На что он себе позволяет? В трусы запрыгивает. Он очень похож на челика из Гачи Мучи почему-то. Что-то знакомое лицо у него. Но в трусы хорошо прыгает. Мы попробуем победить этот прекрасный. Мне нравятся такие рекорды. Во, рекорды вот такие вот. Так, мужики, короче, смотрим. Имеется пачка трусов квадратных. Вот такая солидная пачка труханов имеется, да? Имеется пару дедовских стринг. С них мы начнем. Потому что молодой человек запрыгивал в стринги свои огромные XXL размером. Залетел в 13 штук, я взял 15. Я намерен побить рекорд за 30 секунд. Ну, если вот с этими сейчас не промажу... И начинать вообще без трусов надо. Это OnlyFans только. Все, готов, погнали. 3, 2, 1, стоп! Как это вообще... Это не упадет, это возвращается. Блять, они закрываются, когда я подпрыгиваю. Давай. Как выйти прыгать-то вообще? Это все бракованные, блядь. Давай в нормальные. Три, два. Я порвал уже трусы. Стоп, погнали. Давай, штаны снимай. Я не помог. Да я не могу ногами попасть, о чем ты? Давай, давай, давай. 10 секунд прошло. Давай. Давай, 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 следующий. Опа. Три, два. Рубник лучше. Время. Три есть. Всем оторвал резинки. А ты как думаешь, если так огревать трусы? Они немного рвутся. Слушай, в эти тяжело запрыгивать. Они, видишь, с резинкой дебильные. И они с резинкой вот здесь еще. Либо я приноровился. Нет, не приноровился. Я признаю поражение в данном соревновании. Нужно годы тренировок, чтобы так залетать. У итальянцев в этом знают толк. Они когда с сиесты на море уходят с работы, они в трусы запрыгнули. И на море. А мы тут к такому не привыкли. Что это спортивные все какие-то эти... Спорт. Опять будем спортивный возвращать. Максимальное количество подтягиваний с хлопком по ляжкам за подход. Без отдыха, без перерыва. Примерно вот так вот. Опа. Опа, ну ничего себе, ну это подтягивание, конечно. Я таких в жизни никогда не делал, никогда не видел. 17 раз. 17 раз. Это довольно... Я не знаю, что из этого получится. Но нужно подтягиваться очень высоко, получается. Что нужно очень высоко, чтобы... Еще поля, подожди, еще второй претендент. Он не больше случайно сделает. Нет. Максимальный рекорд 17 раз. 17 таких высоких подтягиваний с хлопком по ляжкам. Жестко. Поехали. А у нас тут турника нет, нам придется куда-то ехать, искать турничок. Короче... Все турники занесены сугробами. Это самые высокие, что мы смогли найти. И то, ну условно высокие. Я не знаю, у нас под полметра снега в дворах. Потому что, ну а кто чистит газон зимой, да?
У нас все турники вот так вот. Ну, вот примерно вот это обычные турники у нас так выглядят. Это брусья. Холодно, ветер дует. Это лучшее предложение на рынке турников, что мы смогли сегодня найти. Руки прилипают к турникам. Я в жизни не пробовал это делать. Я в жизни не пробовал. Ладно, я вот сейчас попробовал, я чуть не разбился нахрен. Я как крутой пике. Я подлетел и еле успел схватиться одной рукой. Мы это не сняли. У нас за подход. Я хочу просто попробовать. Это смертью закончится. Я говорю, ребятки, ну, погнали. Ой, это 4 или 5? 6. 7. 8. 9. 10. У меня руки сейчас оторвутся. 11. 12. 13. Нет, 13. Ты там в Калифорнии это делай, да? Я чуть рук не... кожи не лишился на руках. Так, опять этот молодой человек. Это молодой человек, какой-то гроза всех рекордов. Он... Что он делает? Я забыл надеть свои очки. У меня будет мировой рекорд по количеству очков в кадре на одном лице. Это уже какие? Это уже шестые очки у меня на лице, они двойные. А, нет, пятые. Ну ладно, сейчас то ли еще будет через один. Будет, все шесть будет. Вот, молодой человек прыгает яростно через одну. Здесь должен быть больше рекорд. Скорость. Понимаю, что происходит. 116 раз. Ребята подсчитали, что он сделал 116 раз. Охренеть, обосраться и не встать после этого. Это жестко. Со стороны жопы лежать дальше. Господа, я даже снял свои модные тапки, надел свои... Подкрадули, как можно сейчас говорить, короче, вон, а? Надо их протереть. 116 раз. Мне кажется, я в принципе столько не прыгну. Это надо этим заниматься. Я таким не занимаюсь. У меня есть Майнкрафт, я вот играю в него. Вот. Как бы минута времени, все серьезно, настроились. Я буду прыгать на левой ноге, чтобы если вдруг я побью, чтобы я унизил всех сразу. Я даже не пробовал так прыгать. Ну, вроде получается. Все, я готов. Я готов, я потренировался. 3, 2, 1, старт! Тяжело. Что? 70? Это что так много-то? Ну давай сейчас, я выхожу сюда, идите за таймером, я в тапках. Вот тапка. Слушай, первый раз пробую. Вот тапочки, глядите. Все, готов? Подкрадули ваши. Давай. Давай. Раз, два, пошел. Как Месси просто вытянул. Я говорю, это только кажется так просто. Так, у нас оператор, говорит, прыгает как черт, говорит, попрыгунчик лютый, давай. Если что, за 70 сделаем. Если что, Витёк отвечает за все счеты. Все, готов? Конечно, давай. Давай, раз, два, три. Я как черт прыгает. Честно. Только 20 секунд прошло. Ой, ребятки, у меня левая нога у меня в отпуск ушла сразу, я вам говорю, все, левая нога в отпуске, ее не ищите. Я так-то, у меня левая нога просто ведущая, я левой ногой лучше орудую. Вот, у меня левая нога толчковая, я на правой сейчас буду хуже прыгать. Блин, это сложно, что-то как-то оказалось. Так, сколько? Мне сказали, у меня там было за 28 секунд 70 раз.
по логике я 150 минимум должен прыгнуть за минуту. Ладно, надо хотя бы пропрыгать просто минуту. Несмотря ни на что, так сказать. Давай, Андрей, ты готов? Давай, на правой ноге. 3, 2, 1, стоп! Как это тяжело-то? Короче, там больше 143, потому что ты в момент очень быстро прыгал, я не... Ой, блядь, у меня прям нога прям сводить начала под конец. Вы точно считали? Я считал больше 140. Да там за 15 секунд 50 раз было, блядь. Может, они 30 секунд делали, а не... Я не знаю, как ты... Давай посмотрим, я чуть не понял. Может, мы что-то попутали? Он очень быстро прыгал. Он прыгал как черт вообще. Господа, у нас произошла небольшая ошибочка в расчетах, и прыжки молодые люди исчисляли за 30 секунд, а не за минуту. По нашим подсчетам я прыгнул что-то 86 же, да? Ну, примерно 86 за 30 секунд. Это никуда не годится. Это даже не близко к 116. Я забил обе ноги, я бы не буду больше пытаться. Может быть, потом. Пишите в комментариях. Надо ли попробовать перебить? Я по выносливости не ввожу. 116 раз прыгну за 30 секунд. Это куда такая скорость нужна? Я не прыгун вам. Так. На моем лице появились 6 очки, а это значит, что Игорь Войтенко опять будет пытаться побить мировой рекорд. И у него это получится. Мировой рекорд очень жесткий. Он ставит мировой рекорд по приседанию на одной ноге за 30 секунд. Текущий рекорд 16. Нужно иметь большие яйца, чтобы такой рекорд сделать. Мужик с яйцами. Я не претендую на то, что мы побьем этот рекорд, потому что я больше 10 никогда не приседаю на одной ноге, потому что мне это надо, это счастье. Коленный сустав мне как бы еще пригодится. Сколько он сделал? Молодой человек, 16. 16 приседаний на одной ноге за 30 секунд. Я не знаю, какие будут результаты, но я точно знаю, что у меня появятся еще одни очки на лице на следующем кадре. Мот медведя подрубили, потому что Игорь бросил нам вызов. Он этого не делал, но мы считаем, что он бросил нам вызов. У меня нога забита в хлам. Я буду приседать на левой ноге, чтобы максимально потом сказать: чертов мужик, мэн, я просто забился на прошлом приседании. Короче, если я не сделаю 19, то я скажу, что я сделал все это с 2 очками на лице, а это совершенно другой рекорд. Отдельно запишем строчки рядом. Мировой рекорд с 2 очками на лице. Юрец сможет твою тенку победить? Ты не смейся. Секундомер засекаем. Без очков, давай. Будем соревноваться с Игорем, как он делал. Готовы? Я готов. Давай. 3, 2, 1, стоп! Игорь, приезжай сюда! На левой ноге 21 раз. Давай пару раз даже подпрыгнул. Даже не пришлось использовать очки. Ну-ка позвони этому Бену, скажи, он же молодец. Засчитываем рекорд, это фальшивка. Не фальшивка, он сказал. Засчитываем. Пошел ты нахер, козел. Я официально вычеркиваю Игоря из списка этого рекорда. Приседание на одной ноге. 21 раз. Я мог бы и больше. Фух, нормально. У нас 7 рекорд. Это приседание на 2 ногах. На 2 ногах, это важно, за минуту. Я не уверен, что этому источнику можно верить, но мы другого не нашли. Молодой человек говорит, что количество рекордное 70 раз за минуту.
Звучит не очень как-то рекордно, не знаю. Ну, тем лучше для нас. Мы заберем себе рекорд. Вот, молодой человек пытается побить рекорд. Молодой человек сбивается и начинает побивать рекорд заново. Он сделал 62 раза за минуту, а рекорд 70. Я считаю, что мы должны... Я уверен, что мы побьем этот рекорд. Я, конечно, не уверен. Может быть, есть какие-то физические ограничения на скорость приседаний. Там прописано что-то в программном коде. Но я не знаю. Надо попробовать. Сейчас проверим. А где Давидыч приседаний? Мне кажется, он держит рекорд. Рекорд 2007 года, если что. Да? 2007 год. 2007. А есть более свежий? Не знаю, я не нашел. Типа 3000 за минуту. Единственное подтверждение и вся ответственность ложится на этого... Молодого человека, да? Да, которого канал зовут Суфродо. Все ответственность на нем, мы ему доверяем как себе, можно сказать. Мы просто, Google нам больше не сказал. Почему-то, видимо, Давидычу не засчитали рекорд. Но у него за час там или за день. Или за ходку. Мы идем пока что 3-3. Три рекорда мы побили, три рекорда мы не побили. Сейчас решающий. Седьмое. Приседание на двух ногах за минуту. У меня ноги после прыжков, после приседаний... отваливаются. Но чтобы 70 раз присесть за минуту, я в себя верю. Это будет легкая победа в конце. Так, ну, главное, фиксация под 90 градусов, да? Да. И выпрямление, все, как бы, техника удостоверились. Кстати, бросайте Игорю, что его рекорд на одной ноге размотал, пускай попробует побить. Ну, как бы, ну, слишком большой отрыв, он даже не пытался побить рекорд нормально. Ну, как бы, ну, разница колоссальная. На левой ноге, между прочим. Я заряжен! Заряжен я! Ну, не Фродо, конечно, 62. Но тоже неплохо. Но это, так сказать, на десертик. На десертик. Не 3000 раз, конечно, в секунду. Но тоже нормально. Приседание на двух ногах. Вычеркнуто. Красную кнопочку видишь? Порви ее, как чертов король. Накинься на нее и уничтожь. Сделай ее серой. Подпишись жестко на мой канал. Также подписывайся на приятных половых людей, которые участвовали в сегодняшнем ролике. Ссылочка находится в описании. Подписываемся, лайк ставим. Можете кинуть в поддержку нашей команды чаевые. Ссылочка в описании. Подписывайся на мой телеграм-канал, потому что это очень, это крайне важно. Подписывайся на мой телеграм-канал. Вот, возможно, оттуда будем набирать людей для каких-нибудь роликов в участии. Вот, будем оповещение туда о выходе роликов, о голосовании о том, какой ролик раньше выложить. У нас как бы 8 роликов вперед отснято. Мы вот думаем, что выложить, допустим. Запускаем голосование, и там ребятки выбирают. Прикольно, прикольно, движуха, интерактив, общаться там будем. Чатик, надеюсь, уже запустили. Все, ребятки, пишите в комментариях, какие рекорды разбить еще. Мы разбили 4 из 7 рекордов. Восьмой это был запасной, это даже не смотреть на него. 7 рекордов было сегодня. 4 из них мы уничтожили, укатали, втоптали в асфальт, унизили, ну, короче, закрепили за собой. Теперь это официально наш рекорд. Чтобы его забрать, придется ехать к нам и соревноваться с нами. Иначе мы по-другому, мы его не отдадим. Скидывайте ребяткам в комментариях, пускай попробуют побить. А на этом все, ребятки. Подписывайтесь, лайк, комментарий, удачи тебе и пока-пока.